Наверное, мой отзыв будет самым необычным в коллекции, большой-большой коллекции, уверен, что она гигантская просто, целителя Евгения Ищенко, потому что я у него даже на сеансе не был, просто пришел на бесплатную консультацию, чтобы заявить о своем запросе, о своей проблеме, которую хочу порешать. И он мне быстро разложил, он сказал: слушай, у тебя все нормально, ты просто сам себя обманываешь, смотри, просто вот, бери вот этим занимайся, делай то, то, то. То есть он мне просто быстренько разложил, что мне надо сделать, куда мне надо двигаться, сказал: хватит себя обманывать, а слушай, здесь нечего прорабатывать вообще, здесь ты уже готов. И я действительно такой принял эту правду, то есть я ему не поверил на слово, не просто скинул ответственность, я действительно почувствовал, да ладно, это действительно то, чем я хочу заниматься. Короче, вообще, даже без всяких сессий, которые предлагал Евгений, на которые я хотел пойти, он мне все разложил по полочкам буквально за 45 минут и абсолютно бесплатно. Это просто невероятно. Что вообще он может сделать за плату, могу только себе представить. Это просто какой-то чудотворец. Он вашу жизнь выведет на новый уровень. Может быть, просто сказав даже пару слов о том, чего вы раньше не замечали. Поэтому сами думайте, хотите вы обращаться к нему или нет. Лично я остался очень доволен, как он мне быстро все поправил. Евгений, спасибо тебе. Просто была фантастика.